12 наград различного достоинства завоевала сборная Дагестана на чемпионате СКФО по боксу. Соревнования прошли в Грозном. В активе нашей команды 2 золотые медали, 4 серебряных и 6 бронзовых. Весовой категории до 71 килограмма чемпионом округа удалось стать Амару Курбанову из селения Гельбах Кизилюртовского района. Магомед Мурат Арсланбеков первенствовал в весе до 86 килограммов. Всего же в соревнованиях участвовали 87 мастеров кожаной перчатки, среди которых выявили обладателей 13 комплектов наград. По итогам соревнований наставники сформируют команду округа для участия в чемпионате страны. Пройдет он с 16 по 25 августа в Хабаровске.